Chow. Ну что, Мак, едем на гонку? Кубок поршня будет наш! Да ладно, даже никакого капсцена не будет. Ребята, мы с вами снова в... в гонках NASCAR, так скажем, я их буду так называть. По-прежнему 12 кругов, как мы видим. И мы с легкостью преодолеваем наших первых... А сквозь толпу пробирается номер 95. Топ-3. До топ-3 достаточно легко пробраться. То есть они как, не знаю, как болванчики. То есть вот 12 место, 8, 7, 5, то есть... Он даже угрозу просто не представляет, смотрите, оп, все. А вот первые три ребята, даже четыре, вот с ними, нет, три, я бы даже три сказал. Они представляют некую такую опасность, я бы сказал, для нас. И нам нужно все-таки вот с ними и состязаться все будет оставшееся время. Хватит отсиживаться, поднажми! О, мы можем сюда ехать? Фак. Не можем. Зато знаем. Ребята, обнимитесь машиной. Посмотрите, как перед ним расступаются другие машины! Еще немного, и они станут... Ну что ж, мы вырвали зато вперед, несмотря даже на то, что мы зафейлились с пит-стопом, так скажем. Опля, смотрите. Посмотрите на молнию! Он всем готов доказать, что он уже не новичок! Вылет и сразу за желтую линию зашел. Опля. Так, заезжаем опять заранее немножко. Опля. Одна минута. Поворот надо входить, я так думаю, все-таки немножко заранее, там, за некоторое время, за секунду-две, я даже сказал, до самого начала поворота, или за секунду-две. Вот, например, я вот сейчас начинаю входить. А вот и молния Маккуин, как всегда, легко пробирается в толпе. Как бы идеально было, но не так идеально, как могло быть. Ай-яй-яй-яй-яй, идеально. Ну же, Бэнкс должен удержаться на трассе. 308 километров в час. Посмотрите, как. Кстати, а рекорд круга, давайте с вами посоревнуемся на лучший круг. Еще немного, и они станут останавливаться. На лучший круг, 30 секунд пока что, насколько время круга идет. Будем ставить рекорды круга, ребята. 39, 40, 40. Ё-моё, нифига себе, продолжительно на этот раз, я скажу. Предыдущий был 30 секунд, у нас остается теперь 42 секунды время круга. Это подольше будет, чем предыдущий. Тут, может, поворотов побольше. Хотя, как можно поворотов побольше в овальном? Хотя, может, поворот не 90? Нет, это круглый овал. То есть, три поворота. Все нормально, должно быть. Говорят, может, молния не бьет дважды. Но эти гонщики знают, что это не так. Рад встрече! Ты пододвинься, чувак. Посмотрите на молнию! А, так, он 42, всем готов 48. Доказать, что он нет, уже не сделали рекорд круга. 42. Дольше ехали на 2 секунды. Ну что ж, ладно. Кажется, тебя я уже обгонял. Опля. Сюда. Сюда. Нет, он толкнул, это чувак. И смотрите, что произошло из-за того, что... Столкнулся, Ли чувак. И Шортрик столкнулись и образовали настоящую свалку. Так, ну может быть, тем не менее, несмотря даже на то, что нас обошли, мы сможем сделать рекорд круга. Нет, ему не удается удержать эту позицию. Полегче, ребята. 95-й отодвигается на позицию что назад. Что это было? Такой запойли, час аварию сделали позади всего. Нужен пит-стоп. Давай, Маккуин, поднажми! Ты едешь как старая кляча! Ну что ж, давай.
Гвида, да, по-моему, его зовут? Нет, это его не... Да, Гвида, помогите Гвида. Работай, Гвид. Так, дальше у нас... И здесь у нас... Уфа. Ошибался, правильно. И теперь лобовое стекло. Давай. У нас, по-моему, 24 секунды, по-моему, тот результат был. Да, намного лучше сделали. Мы с вами, ребята, гонки в конце до конца проходим. Здесь надо все как можно быстрее делать. И в том числе... чистить лобовое стекло, ставить результат намного лучше. Так, машинка у нас подзаряжена. Теперь у нас есть намного больше сил и мощи, чтобы, ребята, мы могли продержаться все наши 12 кругов. Я еще спать не хочу. У меня тут еще чаек есть, тем более я бы включил получше. Почти идеально въехали. 42 секунды. Как мы 42 секунды с вами сделали рекорд круга, ребят? Я даже не представляю. Ай! Да ладно, вы чё все толкаетесь, да, вот, ребята? Что ж, будем надеяться, все так и задумано. Он мне как стоячего просто обошел. 250, он по 300 едет, значит. Куда? Вернись! Смотрите, что он сделал. Он просто чувака сбил с трассы. Это наглый чувак. Опасный, наглый чувак. А все ребята стоят просто на месте, мы их тут догоняем, как стоячих. Номер 74 поменял только правые шины на последнем пит-стопе. Он идет на риск. Посмотрим, что это даст. Он идет на риск. Что это даст? Это пока что дает нам преимущество в 2 секунды, ребят. В 49-м секторе я вижу группу болельщиков моего коллеги Даррела Харпера. Опля. И еще раз. Опля. Три, два. Что же случилось? Почти идеально. Проехали поворот, но не идеально. Почти идеально. А, еще половина круга. Давайте посчитаем. Просто мне так кажется, будто какой-то... Оп. 90 градусов Маккуин повернули. Маккуин обходит еще одного. Это, кстати, один из его любимых. И еще 90 градусов повернули. Вот, все нормально. Сейчас будем считать с вами повороты. Повороты, я хочу посчитать повороты. 42, вроде бы лучший круг. По идее, 4 поворота должно быть. Раз поворот. Два поворота. Давай. Ай, да я! Три поворота. Четыре поворота. Да, все ровно получается, все-таки, несмотря на все мои визуальные казалки, так скажем. Блин, 42 и 34. На доли секунды, представьте разницу. То есть, надо 42 и 34 доли секунды. Даже это имеет значение на этой трассе. Тут мастерство высшего уровня вам, ребят, скажем, нужно, чтобы... Похоже, я лучший! Выигрывать. Сами гонки, кстати, очень хардкорные в своем плане. Там гонщиков вот просто видишь, требуется быстро, огромное количество концентрации, чтобы преодолевать. Как перед ним расступаются и, другие машины! Я бы на самом деле хотел побывать на таких гонках, просто посмотреть, как все происходит. Представьте, да? С огромной скоростью, там, Лейман, вот этот... Эй, ребят, меня подождите! Он нас как стоящего обогнал, несмотря на то, что мы 280 ехали. Маккуин знает, что делает, посмотрите-ка! Я уверенность! Да, вот, я бы хотел бы побывать на подобных гонках, посмотреть, как это все. А сквозь толпу пробирается номер 95, Молния Маккуин! Это, наверное, ужасно скучно там находиться, вот честно, смотрите, как они там 250 кругов так наматывают, ребята. Ну, это, наверное, круто, или нет? Там, наверное, знаете, такие самые эпичные моменты, когда авария происходит, несмотря на то, что это как бы фигово, но... Похоже, я действительно могу всё! 250, это сколько концентрации внимания надо? Смотрите, тут полный стадион, забитый, правда, машинами. Смотри! Вот это 900 лошадиных сил! Вместо людей машин. Как они тут заехали, мне интересно знать.
Посмотрите, их такое огромное количество. Как они туда заехали все. Я не понимаю, как они туда въезжали вообще. Кто-нибудь об этом задумывался, ребят? Посмотрите, их огромный стадион. Какая нужна мощь, чтобы все это выдержать? Он отходит от того за другим! Это мега парковка, я вам скажу, ребят. Так, у нас с вами 12 кругов уже. 12 круг. Идет, я бы сказал, последний у нас круг. А вот и молния Маквин, как всегда, легко пробирается в толпе. И, собственно, все, финишная прямая, ребят. 12 кругов преодолено. Смотри! Чпам! Чпам! Так, гонок 10 из 10, всего хорошо, хорошо. Ну что ж, едем дальше с вами, ребят. Ух ты, езда за Тако и шерифом на хвосте, прикольно. Итак, у нас с вами ночной, давайте проедемся немножко по ночному, как он, ой, что-то меня прет. Нет, гонщик! Ночном радиатор Спринс, оттуда и до, скажем так, до самого, как его звать-то вообще? Ой, до метра. Меня бьют! Метра, помогите, меня бьют! Кто тебя бьет, кто тебя бьет? Я? Извини, чувак. Я сейчас бампер покоцал. Посмотрите на эту красоту. Ночной радиатор Спринс. Привет, детка! Нам так не спеша ехать.